Еще в 1993 году граждане получили возможность участия в масштабной программе приватизации государственной собственности. Для этого всем белорусам от 16 лет, в зависимости от трудового стажа и возраста, были начислены чеки имущества, которые можно было обменять на акции определенных предприятий. Так как не все воспользовались такой возможностью своевременно, крайний срок обмена несколько раз отодвигался. Очередное постановление Совета министров продлило срок обращения чеков имущества еще на 3 года, до 31 декабря 2025 года. Уважаемые клиенты, те из вас, кто еще не успел по целевому назначению использовать свои чеки имущества, сделать это достаточно просто. Вначале нужно найти сертификат чеков имущества, проверить в нем остаток чеков. Сертификаты выдавались банкам в середине 90-х годов прошлого века. Затем можно ознакомиться с перечнем открытых акционерных обществ, акции которых предлагаются к обмену на чеки имущества. Сделать это можно на сайте ОАО «АСБ Беларусьбанк», а также на сайте Брестского облсполкома, в разделе «Комитет Брест-облимущества». На настоящий момент в списке предложено 161 предприятие. Также есть информация о коэффициенте обмена чеков имущества на акции предприятий. Затем необходимо посетить наше отделение 1029 на бульваре Космонавтов 94. С собой необходимо иметь сертификат чеков и паспорт. Обменять на акции предприятий чеки имущества можно как лично начисленные, так и полученные по наследству. К обмену принимаются и до 250 чеков, полученных от близких родственников путем переоформления. Если вы не смогли найти свой сертификат чеков имущества, ничего страшного. По заявлению владельца банк выдает дубликат сертификата чеков имущества, который позволяет совершить требуемую операцию. Для удобства клиентов и экономии времени можно воспользоваться предварительной записью на обслуживание. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте банка, подобрать удобную дату и время и ввести личные данные.